Переплавка сердец, переплавка мышления, переплавка сосудов и ценностей их. Боже, кто устоит, кто остался здесь верным, кого красочный мир мишурой не прельстил? Боже, время пришло испытать поколение, и свершаются Божьи суды на земле. Вмиг закончилось время пустого забвения. Потрясений народ, мир подходит к черте. Переплавка сердец, переплавка сознания, все, что было доселе, покажется сном. Отрезвление душ в это время страдания Бог научит нас снова идти за Христом. В это время Господь наше сердце расширит. Чешуя заблуждений сочей упадет, разрывая контакты души с этим миром. Бог научит зависеть наш лишь от Него. Хлебом станет молитва сердец сокрушения. Сожаление придет о растраченных днях, о часах, проведенных не к Богу молениях. Нашу внутренность Бог испытает до грамма. И никто не минует ревизии той, она станет для каждого важной самой. Примесью отделит Бог своей рукой. Это время пришло для кого-то нежданно. Никого Бог не спросит, готов или нет. Нашу веру Господь проведет через пламя. Нам отпущено было немало здесь лет. Переплавка сердец, переплавка сознания. Боже, дай устоять, на Тебя уповать. В это смутное время нам путь освети. Аминь.